Дисклеймер. Привет, и это ведь сегодня мы с тобой сыграем Супер Марио Оборос Эксе. С Лунтиком Эксе, я вижу, понравилось некоторым людям, так что давай сыграем в Марио. Почему-то мы не можем выбрать Марио, только Луиджи. Ладно, хер с ним. Как управлять? Так, стрелки. О, мы можем бегать. Нормально. Это очень странное Марио, потому что мы не можем, во-первых, выбрать Марио, во-вторых... А мы можем вниз? Нет, в канализацию не можем. Я, честно говоря, не играл в Марио, но... По-моему, в трубы можно было залазить. Может, в некоторые... Упс. Так, сделаем... Тогда руки местами поменяем, левую на правую. Все, а то у меня игровая рука левая. Но тут shift пиздец, как далеко находится. Все, вот так вот. У меня рука крест-накрест стоит сейчас. Что это вообще жесть. Он прыгает довольно-таки высоко. По-моему, в Марио оригинальном нельзя вот так перепрыгивать целые колонны. Вот здесь можно было бы ломать всякие штучки, и тут что-то давали за это. Нет, пролазить ни в какой нельзя. Но это довольно-таки легкий уровень. Вень был. А я не могу двигаться. Пизда, принцесса. Меня убили, хотя я shift зажал. Сейчас попробуем еще раз. Давай. Аккуратно, сейчас. Ничего, жалко, конечно, что я одну хпшку просто так проебал. Очень обидно. Но зато мы зато мы точно уверены, что нам вниз не надо прыгать туда. Давай перепрыгнем. Но я тупо не долетаю до этого флага. И пропустить эту анимацию никак нельзя. Ну смотри, я вот сейчас прям нажал стрелку вправо и shift тоже. А я их прям зажал. Потому что сейчас просто обязан успеть. О, успеваю. Привет, Луиджи. Я играть посмотрю тебя. Я посмотрю, как ты играешь. Он пробежал сверху над нами. Блять. Пожалуй, грибочков. Вывод такой. Не ешь грибы с канализацией. Понял? Смотри, сейчас сверху пробежит. Шу. Не ешь грибы с канализацией. Ими можно травануться, оказывается. Оп. Нихера. А ведь это если реально взяли механику настоящего Марио, то получается у нас всего 5 жизней на всю игру. И если мы сейчас проиграем, то все. Нам придется всю игру заново начинать. Я не хочу. Чё-то пока вообще не страшно. Ты чё, ёбнутый? Называется питерская тактика просто. Нахуй так сделать, как сволочи просто. Вниз я не могу посмотреть, что там, поэтому я прыгаю наугад вниз. И они меня этим воспользовались и убили. Уроды. А я такой хороший был. Я буду по себе скучать. Так, а теперь аккуратно. Отлично. Ух, нихуя. Ух ты. А вот сейчас... Ух, нихера себе. А я даже не уверен, что я бы, если бы знал про вот эти вот пики точеные, что я их бы перепрыгнул. Ну, естественно, мы можем только Луиджи взять. Так, ну зато мы знаем сейчас, какие ловушки есть, секретики, и сейчас легко пройдем. Так, сейчас он должен нас попугать. Вот я сразу зажимаю стрелку вправо и shift. Должен успеть по логике. Но один раз просто почему-то не успел, и все. Да, мы это уже читали. Давайте дальше.
Кажется, я вспомнил как-то слово, единственное, которое я забыл, как переводится. Переводится? Сейчас посмотрим, если я опять проиграю, что он скажет. Вот сейчас будет жопа. Скотство, однако. Ну, хоть не все заново, спасибо и на том. Давай-ка. Раз, грибочек. Два, грибочек. Нахер я такие геморные игры вообще выбираю себе? И жаб в какой-нибудь, не знаю, My Little Pony заебись было бы. Нет, блядь. Сука. Пидорас. Как так вообще можно? Бежим еще раз. А, нет, я хотел сказать, что надеюсь, что те колья, которые уже пролетели, они тоже сохранятся. Ну, типа, они не полетят на нас еще раз. Но грибы-то не сохранятся, значит, полетят. Во-первых, меня радует, что их не бесконечно. Во-вторых, какого хрена? Я нажал вниз, и я подпрыгнул. Почему я подпрыгнул? И почему я нажал вниз? Ух, сука. Есть. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я забыл про них. Ну, сука. Я про них полностью забыл. У меня осталось всего две жизни. Тварь. Бегающая. Скотина, сука. Да как так-то? Тварь, скотина, урод. Бегает он, сука, сверху. Так, перепрыгнул. Сейчас аккуратно надо. Сейчас надо влево. А вот теперь... Оп. 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 Ну почти же ты видел. Я почти прошел это. Game over. Пошел ты нахуй со своим game over. Сука. Ладно, мы хотя бы начало легко проходим, так что тут можно не бояться даже. Ничего. Кстати, по идее, кстати, должен пугать, разве нет? Что-то он пока только напрягает, а не пугает. Так сразу зажимаю Shift и стрелку вправо, чтобы мы эту локацию прошли. Мир 1-1. Есть. Я вспомнил, что такое want, значит, точно, это будущая форма, значит, я буду... Да, я буду наблюдать, как ты... Играешь. Ну да, все нормально. Не зря Зизис English учу. Так, отлично. Фух, так, аккуратно. Раз, два. Раз, раз, раз. Блять! Это была последняя ракета, я мог бы ее перепрыгнуть. Но хуй там, конечно, я ее не перепрыгнул. Почему? За то, что мне уже даже слов не хватает. Мне уже даже язык запилетается. Пеньк, 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 аккуратно. Пеньк, пеньк. Раз, два. Раз, два, три. Ну я что ж... Я понял, последний прыжок надо еще и вправо направить. А я не помню, сколько там я всего распрыгал. Но последний прыжок явно надо будет вправо направить. Чтобы перепрыгнуть сразу два. Причем два последних. Раз, два, стоим. Раз, два. Сука.
А сейчас вот наоборот медленнее летел, чем в прошлый раз. Какого хрена он то быстро, то медленно летит? То есть мне еще и угадывать надо, с какой скоростью он прилетит ко мне. Сука. Не представляю, как вот это вот называли играми. Игры, чтобы отдохнуть надо. А тут ты будешь ненавидеть все живое. Мир 1-2. Сколько всего этих миров? Надеюсь, всего два их. Фух, так. Есть. Аккуратно. Аккуратно. Есть. Ух ты! Так, перепрыгиваем. Раз, два. Еще раз, еще раз, еще раз. Ну вот этот самый последний, который я и не успел в прошлый раз перепрыгнуть. Так, ну зато я примерно понял, сколько у меня хп всего. Кстати, у меня даже очки не собираются. Сканты. Фух, я забыл про эти грибы. Так, теперь. Раз, два. Раз, два. А теперь... Пидорасы гомосексуальные. Сука. Так, а если пробел нажать, что-то будет? Нет, нихера, я думал, шарики будет или типа того кидать. Ты видел сейчас, когда я вправо стрелку направляю, оно все равно. Но нельзя так. Ну надо. Так нечестно, я, короче, ты видел, когда я прыгаю просто вверх-вниз, то та ускоренно летит. А когда я прыгаю в стрелку вправо, то она специально замедленно летит и в любом случае меня убивает. Да, привет, Луджа, я буду наблюдать за твоей игрой. Иди в жопу. А фу, это слишком рано, я повернул направо уже. Точнее, это влево. Теперь надо аккуратно. Фух, так, теперь. Раз, два. Раз, два. Раз. Еще разочек. Тут хотя бы музыка уже радует. Вот смотри, в каком-то эссе грёбаном есть музыка, задний фон. Когда в большинстве настоящих проектов, больших, от огромных студий, сука, музыки нихуя нет. Раз, два. Раз, два, три. Видишь, что я говорю? Наверное, надо все-таки чуть-чуть отойти в сторону. Но я думаю, мне в ебало вылетит этот. Да, но рассчитано, я думаю, мне на голову. Ничего, я придумал, как можно пройти. Главное, вот... успеть среагировать. Так, теперь. Раз, два. Пролетает сверху. Зюм. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас все будет, смотри, с первого раза. Так, смотри, раз. В смысле? Два подряд летит? Как это так? Опа. А вот это нет. А вот это опа. Как это? Кстати, управление тут нихера не пишет. Может, там еще какая-то есть клавиша, чтобы пройти этот уровень, но я пока нашел только 4 клавиши, стрелки и shift. Так. Раз. Два. Пролетать сверху. Раз. Два. Раз. А, я могу зажимать стрелку вверх. Давай попробуем зажать, может это мне поможет.
Сейчас проверим. А ну-ка. Смотри-ка, пробуем зажимать сейчас. Помолчи. Я знаю, я знаю. Сука, еще и гейм овер, ты прикинь. Так, хорошо, тогда я затупил. Реально, я случайно зажал. Прям пережал. Я не хотел тогда зажимать, я просто случайно стрессанул и зажал. Но я не зажимал. Че, сейчас попробуем еще разок. Надо будет сейчас, когда бегу, забрать этот факел, я ему полностью, я Марио этот факел полностью в очко поставлю. Бивос Вианд, да. Так, так, вот теперь. Раз, два, стоим, а вот теперь. Прокатило. А теперь я вообще хер знает, что может случиться. А что мне надо было делать? Не понял. Там вроде появилась какая-то клавиша, что надо нажимать, но я не успел обратить внимание. Знаешь, как-то не особо-то... Видишь, какие клавиши жать, когда тебе голову откусывают. Так, но зато мы знаем теперь, как тут пройти. Смотри, раз, два, стоим, а теперь зажимаем просто. Отлично. Можно перепрыгнуть. F. Где у меня F находится вообще? Подожди, F у меня где вообще находится? Вот она. Хорошо, я теперь держу на F. На F. Да, но теперь Shift я не могу держать нормально. Хотя... Как мне руку так положить? Вот так? Нет, я не смогу так быстро F нажимать. Вот так, наверное, и вот так как-то. Так, допустим. Ну так очень неудобно, слушай. Так очень неудобно. А тут я уверен, что нельзя даже клавиши другие поставить. Так, аккуратно. Так, прыгаем. Раз. Это не считалось. Самое обидное, что я весь мир с нуля начну заново проходить, если сейчас умру опять. Так, прыгаем. Аккуратно сейчас. Аккуратно. Так. Дай. Сейчас. Это что было? Нормально? Он в стене застрял. Гандон зеленый. Охереть. А я из-за этого проиграл. Серьезно? Я сейчас начну всю карту заново. Пиздец, конечно. Ну вы, товарищи, даете. Руки оторвать бы тем, кто такие игры. Последняя попытка на всю игру. Аккуратно, короче, падаем и не направляемся никуда. Он слишком долго в воздухе падает. Я так сейчас давлю на шифт, что не удивляйся, если я его сломаю. Хотя этот можно, он с правой стороны клавиатуры. Во, отлично. Даже когда прыгаю, у меня шифт зажат. А вот теперь, сука, готовимся. Скоростью надо нажимать на F. Я как бы нихера себе с какой скоростью нажимал. У меня самые быстрые пальцы на Диком Западе. Но я все равно не успел. Как так? Этого я не понял прикола. Думаю, эта жопа будет та еще.
Сейчас, во-первых, попробуем сразу с шифтом и в правую стрелку вверх. Фу, вправо. Может, я смогу за Марио наверх перепрыгнуть. Сейчас проверим такую теорию. Вот сейчас жмем Shift и вправо, и вверх клацаем. А ну. Смогу я наверх запрыгнуть? Нет, не могу. Нихера себе, слушай, а с какой скоростью реально надо нажимать на... Либо тут другой проход какой-то есть, либо что. Ну там я практически застрял, значит, скорее всего, вон там. Может, тут здесь над грибами в правой стороне есть какой-то проход, я не знаю. Вот смотри, вот здесь. Нет, уже не застряю. Значит, то единственный косяк был, да? Но сейчас я не знаю, с какой скоростью надо нажимать. Уже жму. Я ебашил даже уже не вот так вот на кнопку, я вот так кулаком хуярил по всей клавиатуре. Блять, где у меня там F? Мне точно после этой игры надо будет новую клавиатуру купить. Теперь я даже боюсь идти. О, почему смотреть с тобой закрытый? Я не успел. Я не успел прочитать, ты чё? О, сейчас привет, Луиджи. Я хочу поиграть с тобой. Ты готов? Вообще-то нет. Управление... Simple? Что такое? Управление сейчас. Ты... А я не помню, что такое шелк. Ты не полон. Different you will die. А, то есть... Мне сейчас нельзя умирать? А я умер. Да, готов, готов. Я чуть не то нажал, что ли? Да я же нажал... Вот сейчас, да. Сейчас почему-то не сработал прыжок. Он вообще работает? Да, работает, смотри. Как, почему он там тогда не работает? Тогда он почему-то не сработал. Предлагаю на этом пока что все. Все ссылки в описании. Напиши в комментариях, стоит ли мне проходить эту игру полностью. Потому что что-то у меня желание пропало. Но вдруг, если тебе интересно, чем все закончится, пиши об этом в комментариях. А также лайк, ставь лайк, чтобы видео продвинулось. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые игры. На этом все. Скоро увидимся.